Мы дождались крещенских морозов. Снег нас засыпало. Вау! Это снег. Снег пришел, мороз тоже, так что у нас, конечно, наш теплый, уютный огонь. С добрым утром! Скорее! Говорю, Скарлетт, снег вышел, пришел. Она, прибежала и разочаровалась. Сказала, все, она ненавидит снег. Ой, то есть не снег, а дождь, который у нас куча дождя было, громы, молнии. А снег такой, тьфу, как кто-то плюнул на нас. Так, мы в машине. Дэнни уже был на работе, и один из его шопов был около мамы. Он говорит, надо что-нибудь у мамы забрать. Я позвонила маме, она говорит, да, надо. Так что он пришел у меня, и бабушка наготовила кучу супов для Джашика. Так как она уезжает, бабушка волнуется. И вареников наварила для Джульетты. Так что да, у нас уже тормозочек от бабушки. Куда мы едем? Я еду со старшими девчонками. Вот. Мне позвонили, и я продаю детскую кроватку. За $50, вот эту маленькую нашу. Мы с ним, с этим мужчиной разговаривали на этот счет. И я ему дала место, где мы встретимся, на заправке нашей, недалеко от нас. И он не услышал улицу и, короче, поехал совсем не в ту сторону. В общем, так что будет еще несколько минут, он мне только что позвонил. И я... так как он опаздывает, пойду сброшу в донацию в комиссионный магазин тут некоторые вещи, которые нам не нужны, потому что мне надо было кроватку засовывать в машину, и я понимаю, что у меня там несколько сумок вещей, которых я так и не сбросила ни в Goodwill, никуда. Так что сделаем это, а потом уже подъедем заправки, а после этого я беру девчонок в магазин Michaels. Им надо купить, так как Джульетта бросила химию, ушла с химии, теперь она взяла искусство, и в общем нам надо, ей надо кое-что для этого урока, и Анжелике тоже. Заодно я маленьким девчонкам обещала, я им куплю тоже краски. В общем, подъезжаю я уже к комиссионному, сбрасываю вещи. Я в шубе, у нас холодно. -3 градуса. Я заодно решила бензин купить. Холодрыга. Вот, видите, как у нас поменялась температура. Крещенские морозы. Кроватка продана, ура, у нас экстра $50. У кого-то экстра $50, потому что я дала ей Джульетте на ее фотоаппарат. Она должна сегодня мне поставить еще вот эту штучку ходунки, которую мы купили для Джашка, пусть поставит его на продажу. Потом у меня есть такое сиденье для него тоже. Ну, в общем, расскажу, что сделает. Ну, если сделаешь, значит, будут твои деньги тебе на камеру. Так что ребенок работает. Мы сейчас едем в Michaels покупать краски и художественные принадлежности. Магазин так давно был закрыт. После нашего торнадо когда-то. В общем, идем впервые после ремонта. Еще кое-что рождественское осталось. 80% скидка.
Прикольный веночек такой. Вау, он стоил $70 когда-то. Капец. Не знаю, что это означает, надо подсчитать. Какие симпатичные домики, как мне такое нравится. Такое ощущение, как феи живут в таких домиках. Прелестно. Обожаю такие штучки. После ремонта тут все поменяли. Все теперь по-другому поставили. Так что изучаем. Изучаем, как тут что все находится. И, конечно же, все для Дня Валентина. Кстати, для Пасхи там тоже уже разложили. Скоро-скоро. В общем, купили то, что нам надо на изобразительное искусство. Сейчас по дороге домой остановимся еще в Сэмс-клубе. Надо пару вещей мне купить. И заодно девчонки хотят сосиски. Я, кстати, тоже. Но я говорю, а у нас сейчас вареники дома. Они говорят, а мы и вареники сидим. Так что начнем с сосисок, закончим варениками. Следующая остановка Сэмс-клуб. Так, мы дома, мы свои дела снаружи уже закончили. Вот место там, где кроватка была. Теперь можно заходить в клозет, который я боюсь заходить. Короче, может быть, сейчас займемся этим делом. Гардероб. Сколько мусора может сделать, вы представляете? И мы еще не закончили. Я, честно говоря, не знаю, куда я это все дену. Хотела показать вам, нашла это фото в моем гардеробе. Мой Гаврюшка, посмотрите, какой он классный. Ему здесь 2 года. Видите, бузиноськи мои сладкие. Вот такой у нас паренек. Капец, холодец, друзья. Я просто не представляю, как я буду жить в этой уютной комнате. Но мы, вот видите, более-менее вычистили. Еще кое-что осталось. Немножко. Это моя кровать старая. На части разложенная, кстати. Что сейчас происходит, покажу. Это стол, который я разукрасила под наш стиль. Хочу продать кофейный столик. Был у меня в гардеробе. В общем, что я пытаюсь сказать, я в свое время подбирала мебель, которую выбрасывали. Вот этот столик мама подобрала, его выбросили на мусор около их квартир, кто-то выезжал. Она подобрала, я его выкрасила в черный цвет, разукрасила. Вот. И я уже несколько таких столиков продала. Разрисовала и продавала. Да. А этот все никак не выставлю. Малыш, ты мне так помогаешь. Так, я вернулась в этот самый комиссионный магазин. Сейчас это все сброшу бабушке. После этого комиссионного, после того, как я все отдала в комиссионный. Потому что бабушке кое-что надо. Бабушке по почте что-то пришло, что мне надо посмотреть перед отъездом. Потому что
Бабушка уезжает аж на 3 недели. Вот. Мне надо проверить ее бумажки, если надо какие-то подписи, чтобы она подписала. Вот. Поэтому мы приехали в последний момент. Она только сегодня эти бумажки получила. В общем, вовремя. А что-то мне зацепилось. Ауч. Вот. Бабушки, уже шаром покати, но она все равно еду нашла. Детскую какую-то для малого. Девета борщ ест. У Анжелики тут разогревается. Это последние капли в холодильнике. И то мы забираем. Потому что вареники мы так и не поели, так и не это самое, не дошли до них, ушли до того, как поесть. И Джилета говорит, я умираю, я хочу есть. Хорошо, хоть борщ был. Бабушка тут меня угощает. Эй! Курицу. Там сверху помидоры, грибы, картошка. Курица под шубой. Картошка пюре, ну там еще лук был, но я его попыталась весь выкинуть перед подогревом. Так что... Мы бабушку оставим совершенно холодильник пустой. Да. Что ты будешь завтра есть, бабушка? Да, овсянку? Овсянка ну, есть, вот. Яйца. А теперь мы чаюем с девчонками. Представляете, Анжелика говорит, может мне ногу поломать, чтобы не бегать. Вот турок. Don't say stuff like that. В общем... Мы быстренько сейчас поедем в Walmart, потому что я хочу купить покрытие, как без цвета, да? Типа как лак, на мой столик, чтобы сохранить цветы. Gillette stop being smart, but... Джилета, ты же можешь водить машину и разговаривать, я же начинаю тут. Холодно становится, капец. А, в общем, по-быстрому мы смотаемся и купим это. Вообще так вкусно, классно, почти людей нету. В общем, купила я такую штучку. И будем продавать. Я варево. Я что еду? No, this is to die for. Короче, встряла я со своей комнатой. Надо как-то освободить эту кровать, чтобы спать. И это, конечно, бедлам. Даже не знаю. Даже не знаю. Опять все засовывать назад. Ладно. Фокус. Вот он фокус. В общем, буду с вами прощаться и разбираться со своими делами. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. Bye-bye.